Итак, дамы и господа, всем здравствуйте, всем привет, с вами как всегда Фокус, вы на канале Фокус Let's Play, и мы продолжаем играть The Casting of Frank Stone. У нас сегодня 7-я глава, да, по-нашему, у нас 7-я часть сегодня, и мы, как всегда, без лишних слов сразу начинаем, поехали. Ну, давай смотреть, что у нас за движуха, что у нас будет, как по красоте мы отыграем. Так, мы, по-моему, в доме остановились, да. Какой-то мистический что-то там. Линда. Ага, это когда к нам ворвался наш полицейский, да, неожиданно. Ностальгически, сколько лет прошло, удар током. Что ты тут делаешь, да? Так, ну, давай, что он? Нормальный чел вроде. Сколько же лет-то прошло, а? 20 точно. Я давно потерял счет годам. Похоже, что не зря. Уж больно бойкий для... Прости, но не до любезностей. Время на исходе. Есть разговор. А, простите, а вы кто вообще? Да, а чего разошелся, коль хотел поговорить? Заткни лживую пасть и не суйся в чужие дела. Сэм, мне тоже не соваться в чужие дела? Или это касается только Стэна? Мэдди, это Сэм Грин, шериф Сидерхиллз. Здесь не твоя территория, коп. Бывший шериф. Что тебе нужно? Ты знаешь, зачем я пришел. О, значит, забыла. О, как мило с твоей стороны. А я вот все подчищаю за твоим треклятым детищем. Стойте, это что, про фильм? Он говорит о фильме? Ты зря пришла сюда, Линда. Зло должно остаться в забытии. Оно жаждет конца этого мира, а может и прочих. Видите? Он как бы хочет, чтобы про все это забыли, вот, и при этом говорит, что вот это зло, оно хочет конца этого мира, понимаете, да? Так, давай таким образом. Так, Сэм, ты будто бредишь, ты точно в порядке? Староват ты для игры в секретных агентов. Я прекрасно себя чувствую. И говорю тебе только правду. Всему виной то, что произошло в Сидерхиллз. Что происходит тогда, сейчас? Разве ты не понимаешь меня? Нет, мне жаль. Да. Просто скажи, что твой кусок у тебя. Да, он у меня. А они? У нас у всех есть. Слава богу. Типа нельзя отдавать ей кусок. Но Августина предложила нам сделку. И вы отказались. Так? Это очень щедрое предложение, оправдываясь, колеблясь. Мы еще ни на что не подписывались. Ну, типа, вот так. Но они, кстати, ей отдали же, помните? Она их брала и в чашу клала. Ну, типа, не знаю. Мы пока ни на что не подписались. Окей, ладно, не все пропало. Если не протупим, то будет шанс все исправить. Так, Сэм рад, что пленки еще не продали. Куски пленки, которые вы носите с собой. Это части фильма Линды и ее друзей. С моим сыном. Кстати, где он? Это не просто фильм. Это тюрьма. Для очень давней силы. Понял? С такой запредельной мощью человечество еще не сталкивалось. Это чистая злобная скверна. И голод ее безграничен. Окей, Сэм. Я переборщил. Вы ли это говорите, мистер Стэнфорд? Чувак отжигает. Так, стоп. Вы знакомы, что ли? К несчастью, к нелепым претензиям бывшего шерифа я привык. Драматично причитать он очень любит. У чувака каша в голове. Но, скажу честно, выглядишь ты куда лучше, чем в нашу последнюю встречу, да? В зал ходишь? Почему куда лучше, уже кстати? Уже рассказал, как обдурил моего сына? Как украл кусок пленки, пока в жизни Роберта была черная полоса.
Так. Не, ну понятное дело. Смотри, понятное дело, что этот чувак левый, потому что его Августина заказывала помогать, да, то есть специально. Поэтому я думаю, здесь без вариантов вот так. А ты ведь нам всем в уши нассал, да? О-о-о, давай. Заткнись. Это его натура, Линда. Только врать и умеет. Я веду свои дела. Сэм, рад, что вы ему верите. По темным углам, как жалкий никчемный вор. Бам. Ну все, нахер! Ты сотрал меня, чел. Чего? Пригорел у него. Мы пойдем за ним. Сью, не ушел. Просто ушел. Сходи, присмотри за Стэном. Я буду здесь. Ну не надо разделяться, не надо. Да зачем вы это делаете? Я зачем? Но сейчас никому не стоит шляться в одиночку. Вот, вот, вот как мне их спасти, если вы, блин, делитесь вечно? Вы делитесь, вас по одному шотают. Вы что это вообще такое? Блин, а? Это еще из Старкрафта, блин, я знаю. Не отдавайся по одному юниту. Это то же самое. Че они разделились? Че они творят вообще? Здесь и было заперто. Он туда пошел. Ладно, нам, смотрите, наша задача как-то всех спасти. Короче, вы поняли, да, то, что вот эта пленка, это тюрьма для вот этого духа, грубо говоря, Фрэнка Стоуна. Да, то, что нам поведал полицейский. Ну вот теперь давайте что-то думать, как нам его спасти. Точнее, не его, но в смысле их всех спасти. И всех надо как-то спасти. Как? Понимаете, фишка-то в чем? Когда мы в прошлом от него отбиваемся, понимаете? Когда мы отбиваемся от него в прошлом, то, по сути, как я понимаю, мы его записываем на эту пленку. А если, наверное, мы не отбиваемся, мы не записываем. Эй! И он не сможет, не сможет здесь как бы активироваться, когда вот это вот, как ее зовут, Августина, соберет все куски пленки. Так, телевизор посмотреть, подожди. Где он? Ну, это я так думаю, что он не сможет появиться, но на самом деле я не знаю. Ну, видишь, она-то пленку зачем собирает? Понятное дело, у нее есть цель собрать весь фильм. Зачем это здесь? Опа. Продолжить искать Сэм. Так, подожди, а что? Ну, мы выключили и... А может, это вот после этого начинается вся дичь? Подожди, интересно, типа... Так, стоп, вот уже ж поменялось. Блин, подожди, проход был вот сюда. Мы же отсюда пришли, нет? Ну да, все, теперь поменялось, видишь? Вот здесь был проход. Мы вот так посмотрели, по-моему, да, и пошли. То вот отсюда мы пришли, если я ничего не путаю. Ладно, блин, кстати, неожиданно. Ну, нам сюда по-любому, поехали. И типа опять мы сюда же пришли. Блин, помните, когда у него в начале глюки были? Когда она за мамой бегала, нечто подобное. Открыть. Ты там в сортире или где? Все закрыто. Смотри, там что-то зеленое. Давай пока что здесь обследуем. А, ну вот, смотри. Вот отсюда мы типа прошлый раз пришли. Вот он этот поворот. И вот тут телевизор, правильно? Вот тут был телевизор, понял? Оттуда мы пришли как бы изначально из этого реликвария. А здесь вот это, ну, заперто. Вот да, мы типа уже даже нажимали. Видишь, он уже тебе пишет, что заперто. Вот, стенка сейчас исчезла. Вот тут телек стоял. Блин, я не понимаю вот этот момент. Сейчас, погоди. Там мы туда сходим, понятное дело. И мы пришли вот отсюда, да? И все началось после того, как мы телевизор включили. Блин, как? Может быть, телевизор это типа важный какой-то момент? Для понимания сюжета просто как бы вот хочется понять, как здесь все устроено. Так, здесь ничего. Так. Блин, ну там все зеленое.
Опа. Опа. О боже, оккультизм. Только этого не хватало. Ничего нет. Здесь вроде ничего нет, никаких объектов, ладно. Августина служит могущественной сверхъестественной сущности. Ох уж это Августина. Так, идем сюда. Вот, смотри, и видишь, открывается. Это же ниже этаж, как бы, понял? Вот, то есть мы были в реликварии, да, словно на каком-то этаже, а этот этаж ниже находится. Этот этаж находится ниже. Так. Что здесь творится? Какой-то саркофаг, типа, да? Выключить аппарат с помощью пульта управления. И там внутри кто-то кричит, видите, да? Помните, по-моему, во второй главе это было, или в третьей, сейчас уже не вспомню. Мы заходили там внизу в комнатку, где, ну, мониторы стояли. Типа комната слежения. И там было, что... Там был такой план небольшой лежал, что типа Августина изучает временные механизмы. И там было как раз вот изображение вот этой вот штуки. Такая вот... конструкция. Так, ну нам нужно отключить ее, вот эту штуку, да, и открыть саркофаг. Слышите там? Не, погоди, а как мне... Сейчас. А как мне сдвинуть-то, подожди. Не, это я понял, а сдвинуть мне как на... L3, ну... Ну, L3. Мне нужно вырубить эту штуку. А, в эту сторону, ё-моё. Все, я понял, как. Вот так надо сделать, все. Все. Ага, что-то произошло. Бам. Это хорошо. Так, открыть кольца, побежали. Отключить кольца. Держись. Че, узнаете, кто там кричит, ребят? Или не узнаете? Есть. Одно кольцо ушло, видите? Одно кольцо ушло, еще два осталось. Поехали отключать. Это уже прогресс. Побежали. Так. Нам нужно... Да, вот так. Так, наверное, скорее всего. Медленно очень крутится. Сейчас, потерпи, я тебя вытащу. Вот он. Почему не обойтись старым добрым включателем? Так, остался один. Так, самое маленькое кольцо. Отключить кольца 2 из 3. Поехали. Да, вот с этих начинаем, потому что поудобнее. Вот так, да. Так, сейчас подберем. Ну да, вот так получается. Еще. Все, последний есть. Побежали.
Бам. Так, кольца отключены. Гоблин ее тут затягивает. Переключите рубильник, чтобы убрать перегрузку. Давай. Да ты чё, подожди. Нихера себе. А чё, так она так там время еще было? Куда быстрее это я? Пипец, как жал, блин! Охереть, я даже не знаю, почему я тогда не успел. Там, кстати, еще время оставалось, типа, чё он? Вы успешно направили энергию в астрологических часах. Астрологические часы. И это у нас Крис. Крис, да? Ее Крис же звали, по-моему. Представляю, как она офигела. Блин, то есть типа это машина времени получается? Перемещение во времени? Как это работает? Так, это какой год? Вот это какой год? Сидер Хиллс. 80-й год. Главная улица, Main Street. Вот, Роберт побежал за папой тогда, помните? Роберт побежал за папой. Ты в порядке? О, бабуля. Что такое, юноша? Ничего, я... Давай помогу. Не надо. Честно. Но ты, кажется, что-то... Я просто ищу своего шерифа. О, шерифа? Да. Вы его видели? О, ну да. А где? Там, сям, везде и нигде. Он явно умеет появляться в самых неожиданных местах. Подождите, а давно он здесь был? Только что или когда? О, ну, не меньше минуты, но и не дольше вечности. Понял. Ладно, спасибо. Рада была тебе помочь. Я передам ему, что ты его искал. Вот как это так? Что это значит, что она передаст ему? Что он у него в плену, что ли? Как она может передать? Mystery Manor. Типа мы вернулись в ту главу еще раз. Они точно здесь прошли. Я бы ни в чем не был уверен в этом месте. Так, смотри-ка, эти двое вместе. Она заманила тебя сюда, Лина. Да, девушка с Крис вместе. А этот чел, юморист, куда-то свалил. Так, требовательно, прости, ты задолжал мне пару ответов. Печально, она обещала мне свободу. А, насчет этой, да? Ну, это интересно, кстати, что тут выбрать. Ну, блин, давай так попробуем. Она даст мне свободу. Ха, свободу? С тех пор, как мы сняли этот фильм, каждый день мучения. Сны. Я почти не сплю. Раньше я включала их фильмы как знаки отличия. Но за эти 30 лет... Наверняка Роберту с его куском жить было не легче. И Августина сказала, что если ты отдашь ей кусок пленки, то... Я не могу ее уничтожить. Августина мой шанс. Ей нужны и два других куска. Кусок Стэна и другой девушки. Ее зовут Мэдди. Почему она не может уничтожить? Она дочка Бонни. Дочка? Бонни? Трудно поверить, знаю. Но ты приглядись как следует. Просто копия. Жаль, что мы с Бонни мало общались. Теперь уже поздно. Поздно? Бонни недавно умерла. Мэдди получила кусок пленки в наследство. Какое себе наследство, это... конечно. Очень печально. Так, вернемся назад. Смотри, мы нашли все эти.
все маленькие фигурки, но не факт, что мы нашли все большие фигурки. Вот это вопрос. То мы сейчас должны глянуть. Блин, что-то опять тут мега темно стало, хотя я же повышал уже яркость. Это, в принципе, сцена более темная. Все заперто. Что ты имел в виду, когда говорил, что это все из-за Cedar Hills? Я сказал, что всему виной то, что случилось в Cedar Hills и продолжается сейчас. Что продолжается? То, что случилось тогда. В чем дело? Блин, возможно, направо надо было пойти. Я в порядке. Найдите все. Надо их найти, пока небо опять складывается. Небо складывается. Сумка-дневник? Дневник. Ну я нажал. Сука, я не успел. Блин, я не успел, да я не ожидал. Блин, теперь я не посмотрю дневник. Блин, мне кажется, это мега важно было. Сэм, ты совсем плохо. Нужно найти Августину. Живо. Тебе нужен перерыв. Я в порядке. Дневник, сумка, ну что, дневник. Поможешь мне найти Августину или будешь путаться под ногами? Так, я тебе помогу сам. Блин, дневник бы посмотреть. Дневник надо было глянуть. Да я сразу знала, что что-то не так. Мне просто хотелось проверить. Я прям чуть-чуть не успел. Я помогу, Сэм. Что бы ни задумала Августина, это плохо. Ну ладно. Блин, ну Сэм же не может быть плохим чуваком. Ну никак, правильно? Ну никак не может. И мы направо не пошли, кстати. Блин. Я не уверен, что там есть проход теперь, Сэм? Туда. Сэм! Смотри. Сэм? Мы не пошли тогда направо. Сэм, хорош! Вот мы отсюда пришли, мы вот сюда не сходили. Возможно, здесь закрыта теперь вся опция. Но тут я вообще ничего теперь не вижу. Может быть, здесь ничего и не было, а может и было. Но видишь, ты никогда не знаешь. Открыть, подожди, подожди, открыть. Блин, чё ж тут так темно-то, а? Тут тоже зеленая какая-то фигня. Изучить, а это что? Я вообще не вижу, где я. Я просто ничего не вижу. Опа. Блин, интересно, а почему они попадают в разные комнаты, как бы? Они вышли из одного места. Мы там теми персонажами все походили. Но прохода вот, например, сюда не было. Изучить архивы. Так. Тут у нас все фигурки есть. Все окей. Надо искать большие. Вот большие надо точно искать. Что это значит? Так, здесь ничего. Вот. Вот, смотрите. Видите? Вот здесь начинается странность и непонятность. Как будто бы действительно переключение телевизора. Я не знаю, то ли это телевизор влияет, то ли что. Видите? Там было Murder Mill, а тут Murder Mine. Вы понимаете? Вот я пока в голове это не укладываю. Возможно, нужно было дневник прочитать, чтобы понять. Возможно, еще что-то. Хрен его знает. Непонятно. Потому что название фильма как бы поменялось. Типа это другая реальность. Типа, блин, хрен его знает, понимаешь? Это уже типа не завод, а шахта. Там был смертельный завод, тут смертельная шахта. Как так? Что за прикол? Непонятно. Вот этот момент непонятно.
существует совершенно иная альтернативная версия смертельного завода. То есть, типа... может быть, если мы этого чела туда не запишем, как бы, типа, фильм получился, типа, другой, и в конце она, типа, не сможет его вызвать вообще, потому что это другая версия, это, типа, другой фильм. И вот сейчас по ходу игры мы же как бы между временами перемещаемся тупо, ну, грубо говоря, да? То есть мы типа можем прямо вот здесь сейчас создать другую запись на этой пленке. Типа она ее соберет и там типа ничего не будет. То есть избежать собирания пленки мы никак не можем, но там может быть другой фильм типа. Или чего? Вот это вот, вот первая вот эта вот фигня, понимаешь? Название другое, видите? Вот это рука. Блин, а почему она у нее? Вот они снимали, а рука у нее. Потому что она тогда их вещи забрала, типа. Рука реквизит. У Августина целая коллекция реквизита, подобного тому, что использовали для смертельного завода. Блин, нам нужно как-то вот эту альтернативную врубить. Здесь игру, игра сложнее, чем кажется на первый взгляд. Но как это сделать? А странности все продолжаются. Нежное прикосновение. Так. Причина резни в кинотеатре — отвратительный фильм. Так. Показ фильма «Смертельный завод»? Стоп. Этого показа никогда не было. Что за... Этого показа никогда не было. Блин, типа, я не понимаю, честно. Типа, две какие-то реальности есть. Возможно, в дневнике была информация. Блин, а? Ладно, недавний всплеск массового насилия и хаоса в кинотеатрах по всей стране был вызван низкобюджетным ужастиком, корни которого уходят в Cedar Hills. Но она говорит, что этого показа, типа, вообще не было, да? Последний подобный случай произошел в Сакраменто прошлой ночью, когда во время показа фильма «Смертельный завод» началась массовая драка, в результате которой 13 человек были ранены, трое из них в критическом состоянии. То есть показали этот фильм, и там началась движуха, да? Съемки ленты «Смертельный завод» проходили на территории заброшенного сталелитейного завода в Cedar Hills. По утверждению недоброжелателей, права на национальный прокат она получила в попытке нажиться на дурной славе места, где больше 20 лет назад орудовал серийный убийца Фрэнк Стоун. С самого выхода фильма показы все чаще провоцировали вспышки насилия, так что трагедия в Сакраменто стала лишь последним эпизодом во всерастущем списке. Так, съемки ленты. Она получила в попытке нажиться. Получила права на показ в попытке нажиться. Так, но этого показа не было. 84-й год. Она говорит, что этого показа никогда не было. Так, ну что? Непонятно. Рука-реквизит. Футболка, которой не было. Ну-ка еще раз, так, на одну назад. Еще раз. Показа, которого не было. То есть, как там сказали, есть альтернативная версия пленки, да, они написали? То есть, другая пленка. Откуда взялась другая пленка? Откуда взялся показ, которого не было? Блин, нам как-то нужно разрешить эту головоломку и как-то выйти на правильную концовку. Как? Как? Я не понимаю, как. Блин, короче, важный момент, когда они идут с полицейским, надо сначала направо сходить посмотреть, да, потом, когда он упадет, быстро взять дневник и еще успеть нажать эту херню. Блин, ну я никак не ожидал, что еще эту херню надо нажимать. Блин, это сто пудов очень важный момент был.
Так. Лампа. А что за лампа? Она где-то была, наверное, да? Лампа Сизья, но эта лампа как будто не из этого места, даже не из этой эпохи. Не, ну это понятно, что она не из этой эпохи. Подожди. То есть даже не с того времени, когда они фильм снимали, а со времен Фрэнка Стоуна аж. Так, здесь там пленочка, понятно, это мы сейчас посмотрим. Здесь. Здесь ничего больше нету. Ну, поехали смотреть. Сейчас, наверное, надо быть внимательным. Так, это они снимают фильм. Подожди. В сцене играла не Бонни. Это была Крис. Вот это альтернативная версия. А почему так играла... Ой. Так, это не то, что мы сняли. Переснятая сцена фильма. У Августина есть альтернативная версия сцены, снятой Линдой. Альтернативная версия сцены, снятой Линдой. У нее есть. Но это вот эта альтернативная. Так, а где нормальная? Вот, Murder Mill. А тут что? Murder Mine будет сейчас? Mine? Murder Mill. Terra 61. 13. Mill тоже. Расслабься. Ты все это видел? Нафига ты подкрадываешься? Ты видел, что творила Августина? Я даже не понимаю, что она творила. Это неправильно. Очень, очень неправильно. Ты начинаешь понимать, с чем я сражаюсь. И, к сожалению, мне кажется, уже слишком поздно. Идем. Стоп. Я и шагу не сделаю, пока ты не расскажешь, что здесь, блядь, происходит. И только попробуй хоть на слово отступить от правды. Понял? Так, давай, да, а то я тоже ничего не понимаю. Сэм! Слушай, прости, Линда, но я вряд ли смогу рассказать то, что ты хочешь знать. Не думай, что мне это нравится. Когда я сделаю, что должен, награды не будет. Ни благодарности, ни золотых часов. Это, скажем так, высокое призвание. Он почему-то не может рассказать. Господи, какая же чушь. Я больше не ребенок, а ты не шериф. Хватит изображать большого и могучего. Линда. Нет, не говоришь правду, ладно. Но я не дура. Я знаю, как запутывать людей. Я вижу, что ты пытаешься скрыть. Думаешь, я не заметила, как только ты вошел? Тебе должно быть лет 80, а ты едва старше меня. Как это вообще возможно? Так о чем речь? Я говорю, что ты, может, и Сэм Грин. Но не тот Сэм Грин, которого я знала в Сидар Хиллз. Ты кто-то другой. Верно? Из другой реальности, типа. Не, ну если он прыгнул на машине времени вот на этой, то он мог сэкономить годы. Но почему она говорит, что он вообще другой, я не понимаю. Типа, Сэм Грин из другой реальности? У любого пути есть альтернатива, предназначенная для твоего иного я в ином мире и реальности. Миры так близки, у них единая брешь. Все просто.
Я выбрала особые времена, когда брешь между мирами разрослась, и над ней нависла сущность. Мне не нужно было тело Фрэнка Стоуна, нет. Только лучшие версии его сущности с пленки, проигранные на скорости 24 кадра в секунду. Фрэнк Стоун возродится. Так, дамы и господа. Дамы и господа. Хорошо. На этой, наверное, ноте, ребятки, мы будем заканчивать сегодня. Вот. То есть, что она нам сейчас сказала? Она сказала, что ей не нужно тело Фрэнка Стоуна, только лучшие его версии, записанные на пленке, которые она проиграет на скорости 24 кадра в секунду. Ну, то есть, ей нужен... Вот она говорит, да, ей нужен записанный Фрэнк Стоун. А если мы его не будем записывать... то он не попадет сюда. Блин, как жалко, что мы этот дневник не посмотрели, капец. Ну, возможно, там какая-нибудь фигня вообще типа неважная, но хрен его знает. Возможно, там какое-то понимание было вообще, что происходит. Как будто бы самая главная сейчас идея не записывать его на пленку. Видишь, ей нужен записанный Фрэнк Стоун. Его лучшие версии, когда он творил там свои эти... А, ну лучшая версия, да, когда он вот такой вот, не просто человек, а вот эта сущность, да? Получается, тогда нам в дальнейшем не нужно будет, наверное, его записывать, надо как-то персов терять, но при этом мы не должны потерять тех, кто здесь сейчас есть. Мы Линду не можем потерять. А Хайме? А вот Хайме фиг его знает, потому что когда я играл первый раз, я его и так уже потерял изначально. Типа, ну, потерял и потерял, да? Вот, но, возможно, в дальнейшем мы без потери Хайма как-то сможем. А вдруг он в конце игры вообще появится и нам поможет, да, например? Как появился полицейский. Именно потому, что мы его не потеряли там. Полицейский из другой реальности. Не, но он по-любому на этой машине прилетел. Сэкономил годы, даже если он из другой реальности, да? И откуда у нее версия фильма другая? Откуда у нее другая версия фильма? Ань, как? Там же другая актриса была, да? Почему здесь другой человек? Как это вообще? Короче, вопросов много, ребят. Будем в следующих сериях разбираться. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Хорошего дня.